И всем привет! Вы на канале «Мои каникулы». Сегодня, сейчас я иду по селу Голуй по набережной с моей собакой Белым. Вот я с ним сейчас иду. Вот сейчас я вам покажу набережную. Вот там еще и церковь. Вот я иду по набережной. Здесь река Теза. Вот Белый ходит тут у меня. Это бабушка моя. Она тоже блогер снимает. Канал называется у нее «Деревенский сундучок». Так что на нее подписывайтесь и лайкайте ее. Меня тоже. Подписывайтесь по многому, потому что я самый первый. Ну, то есть я... Новичок еще на блогере. Так что подписывайтесь тоже на меня. На мой канал. На мой канал. Там у меня бабушка. Обещаю, что будет интересно. Скажи, бабушка мне подсказывает. Бабушка мне все тут подсказывает. Короче, будет у меня видео очень интересное. Тоже с моей собакой. Потому что с хаской очень как-то популярно. А ты план написала? А, план-то? Да. В следующий раз ты прочитаешь, внучка прочитает план. Да. Как я хочу провести лето. Да, это в следующем видео будет. Я прочитаю, как я хочу провести лето, и это тоже я буду снимать. Вот у нас такая набережная. Да, вот лавочки. Вот река Теза поблизости покажу. И сейчас тут дождливый день. Я сейчас в этот же день снимаю День духов. Тут, конечно, маленько смыто, потому что на камеру попала капелька дождя. Маленько смыто будет. Вот, сейчас я покажу вам, где мы купаемся. Будем купаться. Да, будем купаться, когда будет нормальное лето. Вот я... Белый ходит. Белый, покажи, что ты хаска. Что у тебя голубые глаза. Тут все по траве. У хаски два ошейника. Да, мы ему одеваем строгач, потому что если мы оденем строгач без этого обычного ошейника, тогда он стряхнет просто-напросто строгач и вылезет. Да, он стряхивает. Нам приходится два ошейника. Это не нас... волнуйтесь, он не душится. Ошейник у нас... Вот этот простой, он идет за простой ошейник. А если в случае идут рядом люди, мимо люди идут. Или собаки. Чтобы они не переживали, да, или собаки, чтобы они не переживали, что собака на них может броситься. Это для вида, для форса. Вот у нас вот такой строгий ошейник. Да, у него колючки, но они не очень острые, так что не бойтесь собак, у нас привыкла. Ну вот так вот, вот так натягиваем. Вот так натягиваю петлю, и собака идет рядом. Вот. А так сейчас нет народу на набережной, мы вот так прогулим с обычным ошейником. Сейчас я вам покажу, где мы будем купаться. Сейчас тут дождливый день идет. Очень сильный дождливый день. Мин... Пока, а как? Я же тебе говорю, мне надо так. Ну, просто я все есть. Как в лагере. Вот так, вот. Вот туда-сюда она крутится. Вот. Сейчас я вам покажу. Сначала я покажу вам. Я уже им сказала. Сейчас я вам покажу, где я буду купаться. Но сначала я вам покажу, где мы раньше купались. Там мелко. Ну не так сильно мелко, но где-то вот посюда, что ли. Ну, если зайдешь. Я обычно посюда купался. Вот. Вот. Вот это место. Купаемся тут. Вот он, стол тут. Вот здесь мы купаемся. И там мостик развалился весь, его нету. Его снесло весенним половодьем. Да. Сейчас еще покажем, где мы будем купаться. Вот я иду. Все время все кусты занюхал. А вот тут палки все. Бабушка припасла тут. Да, бабушка все припасла, сама одна натащила.
И сейчас покажем, где мы будем купаться и где там было столько палок. Вы бы знали, столько палок там было, корях. Если бы мы купались в этом месте, мы бы прям, не знаю, неудобно было. Да, мы сейчас поближе подойдем к этому месту. Вот мы спускаемся по лестнице. Специально сделали лестницу, ведь все видят люди, что тут купаются, чтобы было удобно. Вот все коряги, которые бабушка... А, нет, кто вытаскивал? Я вытаскивала. Да, ты. Ну, короче, бабушка вытаскивала эти все коряги. Вот белый у нас траву ест. Со дна реки. Со дна. Вот здесь мы будем купаться. Вот тут... Здесь теперь чисто. Ну, тут сначала... Ну и всем пока, вы были на канале «Мои каникулы». С вами была Алина.